Итак, господа, следующий бой пройдет в весовой категории до 70 килограмм. Представитель Узбекистана приглашается в синий угол октагона. Встречайте, Муслим Анакулов. Соперник из Кыргызстана. Зулпукар Улу Антек. Встречаем! Итак, видим мы статистику бойцов. И очень заряжен Зулпукар Улу Актилек. Ну, смотрим, к чему это сейчас приведет. Очень так. Начинается разведка у ребят. И сразу же представитель Узбекистана пытается перевести своего оппонента на настил. И у него это, в принципе, получается. И очень хорошие амплитудные удары наносит. 3-4 удара пропускает представитель Кыргызстана. И сейчас более выгодную позицию для себя занимает представитель Узбекистана. Сразу пытается задушить своего оппонента. Очень много неудобно. Позицию у него сбоку взял, не до конца. Но, тем не менее, видно, что плотный захват. Да, очень плотный захват, очень заряженный боец. Представитель Узбекистана и не отпускает, до сих пор не отпускает своего оппонента. Пытается его задушить вот этим обратным каким-то приемом. И получится рефери у него или нет. Сигнала, он... Рефери, мне кажется, нужно... По-моему, да, по-моему, он все нужно останавливать. Останавливать нужно, конечно, на секунду уснул. Уснул на секунду боец, как мне показалось. И сейчас вот только он приходит обратно в себя. Очень опасно вот такие вот моменты. Конечно, нужно было с другой стороны для рефери смотреть. Но, в принципе, все хорошо поднимается у нас боец из Кыргызстана. И мы поздравляем бойца из Узбекистана, потому что очень заряжен он был. Очень хорошо заряжен был у нас Анакулов Муслим из Узбекистана. И одерживает Итак, победу. Господа. На первой минуте 3 секунды первого раунда удушающим приемом одержал победу Муслим Анакулов, Узбекистан. Поздравляем Анакулова Муслима с этой победой. Очень хороший бой.